В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи поступило сообщение о том, что на офис одного из финансовых учреждений города совершено нападение. Неизвестный, угрожая кассиру ножом, похитил 10 тысяч рублей и скрылся. Но на месте оставил следы от обуви и отпечатки пальцев, которые обнаружила следственно-оперативная группа. Помогли полицейским и записи с камер видеонаблюдения. Таким образом, установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2, разбойное нападение. Сочинцу грозит до 10 лет лишения свободы.